Привет всем, с вами Ольга со своим реальным и честным обзором, мои хорошие, ничего не рекламирую. Буду вам рассказывать сегодня про палетки с последнего, как говорится, набега на кекс. Почему набега? Потому что недавно я вам говорила, что были у них на сайте, ну вообще как бы в магазине скидки 50% на баксы, на все, вообще на все продукты. Но в интернет-магазине было их не купить, как будто их уже не было. И об этом, естественно, я узнала в самый последний день скидок, случайно позвонив дочке, она оказалась недалеко от этого магазина, и буквально за 20 минут до закрытия магазина она бегом туда вбежала и купила, что купила, потому что все уже было разобрано. Но мне повезло, мне достались две такие палеточки от Баксема. Их лимитированная, такой выпуск у них был. Дива Долли и Дарлин Долли. Покажу вам все эти оттеночки. И другая палетка. Вот такая. Красивая, красивая. Все покажу чуть позже. Давайте вернемся к этим малышкам. Да бляха-муха. Волосы тут висят. К этим малышкам. Стоят они вообще в жизни 33 евро. За 33 евро такие маленькие, я их видела в магазине, но я бы их не взяла за 33. А вот за ту цену, за 16,50, что они мне достались, я безумно счастлива. Посмотрите, у них похожие, немножко кажется, что цвета чем-то похожие. Так, вот так выглядит, как бы показать-то вам получше. Так выглядит ОДНА. Зеркало все тут есть. Сейчас покажу. Очень все она блестящая, все сводчики сделаем. А вторая, ну иди сюда. Вот такого плана. Сейчас ведь я своими ногтями что-нибудь там наделаю. Вторая вот такого плана. Рядом такие немножечко, они как будто бы похожи, но, естественно, все разное, да, это и так видно с первого взгляда. Вот за 16,50, я скажу вам, им нет цены. Это написано, что они сделаны в Канаде, плюс баксом же она как-то там с Шисейда что-то вместе мутит. И тут написано все, что Шисейда там ля-ля-ля, в Канаде сделано, все хорошо, но на 5 цветов всего 4,3 грамма. Да и насъять, потому что мне этого-то не вымазать. Давайте начнем со сводчиков вот этой Darling Dolly. Интересная. Я ей уже тоже красилась. Сегодня накрашена другой. Какие здесь хорошие блестяшки. Просто превосходные. Но вот за 33 евро я бы, может быть, и придралась бы, сказала, ну почему, грамм мало. За 16,50 у меня к ней вообще нет вопросов. Они, понимаете, вот такие пастельного оттенков таких они, поглядите. Вот первый даже самый светленький, почему-то даже его сильно и не видать. Может, потому что у меня руки намазаны кремом. Такой он совсем светленький. Ну, пожалуйста, что с тобой не так? С ним вообще-то все так, но я, наверное, скорее всего, перемазала кремом руки. Вот так он выглядит. Хороший, переносится замечательно. Мне что нравится, плоской кистью абсолютно все разносится. Можно даже пальцем не тыркать. Ну вот, я все испортила с этим кремом. Ну давайте попробуем в матовые залезть. Посвочатся они или не посвочатся? Один-то точно хороший белый такой матовый с розовинкой, с легкой. Такой, знаете, как прям как пудра. Конечно же, я набрала очень много, как всегда, залезла своим палюшкой. Такой прям под бровь идеальный. А второй сливовый, но он, понимаете, такой хороший сливовый. Я его когда делала, я боялась, что будет синяк под глазом. Нет, мало того, что он тушуется очень хорошо, все плотненько, растягивается. Посмотрите, как он хорошо
растягивается. Его можно дотянуть до космоса, понимаете? И он не оставляет ни проплешин, ничего. Я им делала стрелку. Просто что-то невероятное. Это была у нас Дарлинг. Что касается второй девочки. Вот я сегодня ей накрасилась. Как же мне здесь нравится вот эта белая блестяшка. Ну и это, конечно, тоже хорошее. Я не могу сказать, что что-то здесь плохое. Темный здесь. Он такой серый, темно-серый, но в нем есть какой-то небольшой шиммер. Ну, в принципе, мне ничего не помешало сегодня им набахаться. Единственное, что у меня, конечно, всегда подтекают глаза с краев. Я ничего с этим не могу поделать, даже на праймере. Но это уже только мои, как говорится, проблемы. Давайте свотчить. Первая блестяшка. Ой, белая. Это топер. Но он такой, посмотрите, какой же он красивый. Его хоть куда можно бахнуть. Здесь получается два вот таких шиммера. Кажется, что они одинаковые, близкие, но нет. У этого подложечка немножко розоватая, прям такая, если у первого совсем белая. Но тут получается два матовых и один такой вот черный. Сейчас я вам покажу. Не черный, это серый, прям вот такой графит, я бы его назвала. Графитовый, вот, знаете, как карандаш. Простой, как раньше был. Такой интересный. Вот такого оттенка. Все кажется, как будто полупрозрачное. Но... Ну, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Это у меня, ребятки, это не тени виноваты. Это у меня руки виноваты, что очень сильно намазано кремом. Очень нежная, прям такая она вся. И два матовых. Очень интересно. Я тоже сегодня их накрасила. Боялась одного красненького, но зря боялась. Один у нас такой розовато-бежевый. Такой прям... Ну, пожалуйста. Видно, не видно такое? Сейчас попробуем на руке. Но они очень мягкие такие, нежные. И они все разные текстуры в своей палетке. Я бы не назвала, вот один вот такой, я его боялась. Я думала, что он как-то мне что-то испортит. Но ничего, все хорошо размазалось. Посмотрите. И он такой вот красноватый, который тоже тянется хорошо, не плешивит. И может вам ничего не испортить. Но вот видите, на эту надо... Палетку найти любителя. Но здесь очень красивые шиммеры. Просто замечательно. Особенно белый. Если бы вы видели, что я уже здесь натворила своими крошками. Бедный мой. Вот этот вот самый красивый беленький. Как он мне нравится. Но ладно, об этих малышках. Что я скажу. За 16,50. Вот так они примерно выглядят. 16,50 они стоят. За 33 я бы, конечно, заморачиваться не стала. На 33 я бы посмотрела другую палетку. Но качество замечательное. Просто что моя вот такая внутренняя жаба, я не за полную цену мало что покупаю, я все равно выжидаю каких-нибудь скидок, и тогда этот продукт мне приносит огромную радость. А за полную сумму я спрашиваю много. Могла бы их посоветовать? Да, конечно, но лучше по скидкам. Так они будут намного краше для вас и дороже для вас, для души. И будет, у вас не будет никакого осадочка. Прикольно, я рада, что они появились у меня. И я буду ими точно активно пользоваться. Давайте перейдем... К другой палетке, сейчас я вытру руки все-таки от крема, чтобы что-то могло передастся. Все вытрем мы тут мицеллярочку. У меня тут совершенно случайно, понимаете, абсолютно была мицеллярочка. Все, стираю свой крем, чтобы показать другие цвета вам. Так интересно. Вот этой палетки, ее вообще нет нигде в интернете. То бишь, заходишь, если на магазин Kix, ты
то ее нет. Есть похожая, но лимитированная, которая стоит, по-моему, 40 с лишним евро к 50. А вот этой красавице, как ты называешься, On The Rock, ее там нет на сайте, только в магазине она есть. Стоит она вообще целиковая 24 евро. Но я, естественно, взяла ее за 12,50. Ой, 24, за 12 евро. Понимаете, какое счастье здесь у нас. И румяна есть. Шикарный, какой металлик красивый. Какой здесь... вот так я вам сделаю сводч. Он тоже с каким-то шиммером. Но самое интересное, он начинает работать. Его прям надо втирать. Вот так мелкий-мелкий шиммер, а когда его начинаешь втирать, все это так разносится красиво. Матовый здесь такой же замечательный. Сейчас сделаем все свочи. За 12 евро или за 12,50 досталась мне такая красота. С зеркалом все очень хорошее, тоже все сделано в Канаде. Первое, что я сделала, это когда получила все эти палетки, я сразу этой начала палеткой краситься. Наверное, дня три я ее тыркала, по-всякому мучила. Красота. Давайте первый возьмем матовый. Матовый тоже, вот знаете, он такой пылит. Пылит, конечно, он такой, потому что очень мягенькие они. Он, смотрите, просто как будто персиковый. Легкий-легкий такой персик, но как он вот переходный, как... растушевочный, просто классненький. Потом у нас пойдет вот этот цвет, да, сделаем вот такой, который рядом с ним. Потом возьмем рыжий, а потом возьмем черный. Эта палетка просто находка. Взяла бы я ее за 24 евро? Взяла. Вот сейчас бы я ее взяла. Смотрите, вот это вот второй цвет. Ее я была бы... готова купить даже за полные деньги. Посмотрите, какое тут золото, это красивое. Медь красивая. Я уже опять тут что-то испоганила. Опять куда-то залезла. И вот этот очень интересный. Кажется, что он темный, но если его сейчас втирать, он будет прям золотом отдавать. Сейчас я вам покажу, как это работает. А на глазах это просто какое-то удивительное удивление. Чем больше его трешь, там начинают вот эти золотишко, это лопаться. И посмотрите, какой получается интересный эффект. Не знаю, видно на камере или нет, но на руке прям явно видно, как будто вот темный смешали вот с этим золотым. Очень интересно они делают, у них формулы какие-то очень даже веселенькие. Но видите, они там сейчас вместе с Шисейда, посмотрите, какой хороший плотный цвет. И какой вот, допустим, вот это золотишко, которое я уже в рефиле испоганилась сейчас, ведь залезла куда-то своей лапой. Но такое ощущение, что их надо прям вот как-то вот размазывать, и они становятся еще более такие насыщенные, прям вот плотненькие. Какая у них стойкость, тоже спокойно весь день вы можете отходить, никуда они не скукоживают века. Вот опять втерла, и посмотрите, вот этот цвет, как он хорошо растерся, такой классный. Ну, давайте и этот матовый тоже, что ли, который уже крошками я испортила уже. Я могу. За мной это водится. Вот такой. Вроде я очень бережно стараюсь относиться к своим палеткам, но иногда я могу что-нибудь натворить от своей бережности. Давайте не будем, котики мои, затягивать видео. Сделаем быстренько выводы про эти Баксен палетки. У меня их уже накопилось. Есть у меня уже от Баксен, а сколько? Это уже, получается, 5 полных, наверное, палеток на моей памяти. Может быть, больше. Надо хорошенько вспомнить. Что касается этих малышек, Долли, вот этих вот. Как я уже и сказала, за полную сумму, наверное, нет. Слишком они маленькие для такой цены.
хоть и с Шосейда они там все работают. Но со скидкой я рада. Что касается вот этой второй, которая... А румяшки-то? Самое главное, ребятки, румяшки там и не... даже не показали румяна. Какие здесь красивые румяна. Ну что это такое? Что это со мной? Вот румяна, кстати, не пылят. Ничего. Такие они, понимаете? Такой цвет у меня, знаете, где есть? У Шарлотты где-то. Посмотрите, какой красивый цвет, правильный такой. Вот он сатиново-матовый, без всяких вкраплений, без всяких блесток, без всего. Просто такой вот очень-очень правильный. Я уже тут все нафигакала. Посмотрите, что я, как я их расковыряла уже. Но я, конечно, ими и пользовалась много. Могу вот эти рекомендовать даже за полную сумму. Прошу прощения, я все еще, как всегда, болею. Мои золотые. На этом буду подводить, конечно, к концу свое видео. Ссылочки на всякий случай я с Кикса вам оставлю на эти все палеточки. Но вдруг будет скидочка или у вас есть какая-то своя персональная, можно воспользоваться. Там часто, если вы член этого кружка, как говорится, то будет 20% скидка, а то и 25% на один из продуктов. Я бы вам, конечно, рекомендовала. Все, мои сладенькие, желаю вам, как всегда, здоровья, дайте здоровье, пожалуйста, солнышко нам побольше, радости, счастья. Берегите своих близких. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока.